период с 2014 года по 2019 год всего совершено преступлений на территории Абхазии 5328. В период с 2020 года по настоящее время совершено преступлений 3003. Тяжкие и особо тяжкие преступления с 2014 года по 2019 год совершено 2613. Раскрываемость 43%. Такие же тяжкие и особо тяжкие преступления с 2020 года по настоящее время совершено 806 преступлений. Раскрываемость 59%. По видам преступлений. С 2014 года по 2019 год похищение граждан 29 единиц. С 2020 года по настоящее время похищение граждан 4 единицы. Разбоев совершено с 2014 по 2019 год 202 разбоя. С 2020 года по настоящее время 31 разбой. Грабежей с 2014 года по 2019 совершено 231. С 2020 года по настоящее время 34 грабежа. Данный тезис, который озвучен отдельными представителями оппозиции, ни в коей мере не соответствует действительности. Цифры говорят об обратном. Другое дело, что да, эти преступления тоже не должны были бы совершаться, но людям свойственно, определенным категориям, свойственно жить таким образом, жить преступным мышлением и совершать преступления. Я так понимаю, что изжить это невозможно, но существенное сокращение произошло.